Робот заехал первый. Человек пускай это, подождет, да, обождет там на улице. Красота. Я вас приветствую на канале Степан Холера, мы продолжаем играть в Planet Base. И возвратились мы на нашу старую базу, здесь продолжается развитие, и сегодня будем кое-что интересное делать. По крайней мере, я такую задумку придумал, и не знаю, реализуется она или нет, смотрите. Вот что мы с вами сделаем, мы уберем вот это вот сооружение, мы уберем эту фабрику, уберем также вот эти вот коридоры, между собой соединим вот эти вот три. И потом вместо этой фабрики мы поставим с вами пивбар. Давно его уже было пора сделать, конечно же. Вот, посмотрим. Пивбар это у нас, вот оно, 2-4. Ресурсов вполне хватает. Металл у нас появился, пластик тоже появился, сделаем. И вместо вот этой, конечно же, мы ее перенесем. Эту factory, и перенесем мы ее вот куда, смотрите. Вот мы ее перенесем куда-то вот сюда, например. Здесь рядом у нас жилой блок, здесь рядом у нас будет склад, рядом столовая, то есть недалеко придется нашим работникам ходить, но, в общем-то, как-то вот так. Задумка такая. Ну что же, погнали. Погнали, и пока мы с вами накапливаем ресурсы, пока накапливаем, прилетают к нам торговцы, я продаю тут вот материалы разные. Короче говоря, идет активная подготовка к тому, что у нас будет колония расширяться больше. Ну и, собственно говоря, пивбар это тоже расширение. Но, в общем-то, я хочу много людей. Много, и 30 человек это уже маловато. Слишком медленное у нас развитие идет с 30 человеками. Хотя вот сейчас вот идеальная у нас обстановка на базе, всего хватает, и прибыль даже какая-то вот есть, вы видите, да, 344. Да, в прошлой части, вы помните, мы поставили вот сюда, вот купили помидоры и поставили их, ГМОшные, те которые. Вот, но, к сожалению, тот сейв, который был, он перезаписался, Challenges, вы помните, да, я делал такой небольшой обзорчик на обновление, которое вышло, Challenges, и они перезаписали тот последний сейв. Поэтому, ну вот как-то я тут частично восстановил то, что здесь было. Вот лазер поставил, дальше поставил вот еще один аккумулятор. Так, кстати, насчет аккумуляторов. Три уже нету, да? Вот, и два. Два остается. Но, правда, день уже начался. Хорошо. Смотрим, сейчас это делаем. Здесь убираем и посмотрим, станет ли или нет. Вот в чем вопрос. Станет ли здесь этот самый пив-бар? Хотелось бы, конечно же, его как-то сюда вместить. Хотя бы даже маленький, и то было бы неплохо. Так, соединение есть. Отлично. Второе соединение тоже сейчас должно быть. Торговец прибыл. Что нам привез торговец? Я, конечно же, все ищу, когда же у нас, вернее, ожидаю, когда же у нас появится патент на шахтеров. Так, еды у нас немножко прибавилось. Ну, давайте торганем едой. Вот так вот. Немного. И чуток пластика скинем. Ну, комиссия, конечно, так себе. Могла бы быть и поменьше. Вот, но потихоньку, как там говорят, капля камень точит. Вот так и мы с вами потихоньку насобираем все же необходимую сумму на какой-нибудь патент. Так, есть. Это есть. И теперь где-то здесь мы сразу же, чтобы работа не стояла, я сюда сразу поставлю factory этот. Processing plant, даже вот так вот. Оно называется у нас с вами. Давайте как-то вот так, поближе. Вот, рядом со складом. 4 ресурса. И как только будет сделано, мы переносим сюда, вернее, делаем здесь станки. И, собственно говоря, все. Вот, может быть, здесь поменять просто, да? Тоже как вариант. Здесь делать все для, скажем, металла, здесь все для пластика. Ну ладно, я задумал, мне охота здесь сделать бар.
Вот здесь столовка, здесь бар, и все это соединить вместе, и будет нашим колонистам тогда, по-моему, очень приятно тут работать. Работать, и мораль у них вырастет, и трудовой энтузиазм тоже, я думаю, будет на высоте. Так, ну доделывает последнее, что там у нас? Все вроде бы как, всего хватает. Привезли. Так, хорошо. Дальше. Есть контакт. Дальше. Перестройка просто дикая. Самое главное, чтобы недаром это все было. Смотрите. Полбазы нету. Разнесли, как метеорит упал. Вот сейчас бы, пускай сюда падал бы метеорит. Так, ну что, народ, давайте вывозите. Быстрее вывозите, иначе я не попробую тут поставить никак. Никак у нас с вами не получится узнать, сможем ли мы здесь разместить или нет. Скорее всего нет. Да, чем да. Так, получилось. Все нормально, вынесли. Вынесли то, что было. Сейчас ставим. И потом вот здесь вот тоже заблокируем. И, в общем-то, все, да? Может быть, как-то вот так поставить сразу. Ну-ка. Так, а это мы тогда убираем пока что. Вот так и сюда тоже. Можно не делать, можно делать, можно не делать. А, ну, сделаем. Вот так. Соединение. Так, хорошо. Теперь у нас будет этот склад больше использоваться. Вот этот у нас будет склад на вывоз и на столовку. О, кстати, смотрите, да, работает активно. Лазеры. Что тут за столпотворение такое? Сюда возят ресурсы. Отсюда забрал, вы видели, да? Ну, стоял же буквально, зачем забирать? Вот поехали, назад повезли. Здесь еще нужно целая куча. И вот человек держит, он понесет этот металл сюда. Вот, а робот, который взял этот металл, отвозит сюда назад, на склад отвозит. Красота. Логика блещет, просто блещет. Ну это же роботы, да? Что от них ожидать? Так, самое главное, чтобы он сам себя где-то здесь не оставил, когда будет ставить эти перемычки. Так, хорошо. Пожалуйста. А, ну ладно, сюда еще можешь заехать. Так, сделали. Чего? Не понял, что такое? Почему назад? Carrying metal to airlock. Почему-то им не понравилось. Сюда они не захотели делать. Странно. Ну ладно. В общем-то ничего страшного не произошло. Мы делаем здесь вот так вот перемычку. Назад возвращаем, да и все. Здесь перемычки тогда у нас не будет. Ладно. Так, хорошо. Самое главное, что пивбар появился. Что-то будет веселье теперь. Drink smashing, столы, standing, ну, короче говоря, поехали. Так, как-нибудь так, чтобы... Ну, вот так, наверное. Так, столы. Drinking фонтан тоже сделаем, потому как я видел, что ходили вот сюда вот пить воду. Наши работники, ну теперь вот поближе будет.
И поставим, конечно же, телевизор. Какой же ты бар без телевизора? Кому мало вот здесь вот телевизоров, пожалуйста, сюда заходите. Кому мало два фонтана, вот еще один. Так, и, пожалуй, наверное, сразу давайте еще один столик сделаем какой-нибудь, да? Standing bar, вдруг кто-то захочет. Кому-то понравится. Так, и сюда мы что, ну, что нам нужно? Вот. Сюда мы привозим овощи. Я так и думал, да, что вот он здесь останется. Ну вот зачем? Ну что за логика? Да. Теперь смотрите, этот поедет назад, приедут роботы, заберут вот это, вот эти материалы, отвезут на склад, новые роботы возьмут со склада, привезут сюда и поставят. Приедет еще один робот, заварит за собой дверь, все, и здесь вот останется. Красота. Ну это просто какой-то, это просто смешно, по-моему. Было бы. Было бы смешно, если бы разработчики вчера выпустили эту игру. Но уже вроде бы как выпущена давным-давно. А что у нас с биологами, а? Умерли все, что ли? Смотрите, а? Совсем забили на работу. Вот что значит пивбар появился. Пошли отмечать. Что у нас? У нас ничего, да? Ничего интересного. Ну, что-то продать я могу, конечно же. Немножко, буквально. 50. Ладно, нормально. Так, хорошо. Здесь делается, тут работа ведется, и вот он, смотрите, приезжает, сейчас начинает и снова-таки здесь застряет. Заедь же с другой стороны. Есть, отлично, он сделал, ему это удалось. Красота. А здесь у нас необслуживаемая такая территория внутренняя. Так, есть контакт. В общем-то, то, что мы с вами примерно думали, то у нас и получилось. Окей, здесь у нас работа ведется. На складе что-то появляется новое. А здесь у нас склад заполняется уже 67%. Неудивительно. В общем, хорошо. Так, ладно. Для того, чтобы расширять нашу базу дальше, нам нужно поставить еще водный экстрактор. Вы помните, что я приобрел патент на этот самый экстрактор, пытался было его сюда вот поставить, но не удалось. Вроде бы как и места много было, но вместо вот этого вот среднего, ну никак не получается поставить огромный. Поэтому вернул его на место. Ну как вернул? Как раз этого сейва не было, поэтому я ничего и не делал там. Вот, но мы его с вами обязательно поставим где-то вот, вот тут вот у нас много места, смотрите. Вот сюда можем куда-нибудь поставить, или где-то вот здесь вот попытаться притулить. Здесь тоже не встает, я уже пробовал. Вот, ну или вывести у нас вот все равно сюда вот и выводится. Далеко, правда, приходится ездить, но он же необслуживаемый почти, да, поэтому давайте сделаем. Так, водный экстрактор. Самый огромный, какой мы можем себе позволить. Вот такой. Хорошо. Дальше. Нам нужно будет кислородный генератор, но пока что на 30 человек хватает. То есть он до 50 человек. А вот с водой была проблема. И нам также нужно будет поставить еще про запас немножко вот солнечных панелей. Одну огромную поставим. В принципе, должно хватить. Вот единственное, что сейчас посмотрим, где мы ее можем
с вами притулить эту самую панель. Наверное, дальше вот так вот. Или где-то где-нибудь вот здесь. Так, у нас оповещение о том, что скоро будет солнечная вспышка. Построили наконец-таки, смотрите, да, вот такую вот массивную солнечную панель. И теперь у нас невероятное количество электроэнергии. 380, а мы с вами потребляем 120. Воды полно и кислорода тоже много. Вот, ну теперь все, мы готовы к приему новых колонистов. Осталось теперь только достроить вот такой вот где-нибудь дорм поставить. И, в общем-то, все. Ах, да, вот, да, все, все, да, да не все. Вот нам нужен биодом, нам нужна еще теплица. И после этого мы можем уже тогда объявлять смело, что принимаем колонистов. И я вот расчистил, смотрите, такая вот огромная площадка получилась. И здесь ставится еще одна большая панель. То есть про запас мы можем здесь поставить. Вот. Поэтому я решил убрать вот эту вот панель. Мы ее сейчас с вами recycle ее сделаем. Она нам теперь не нужна, маленькая. У нас вот эти вот две огромных. В принципе, и эту можно было бы убрать. Потому как известно, что чем больше панель, тем она дешевле обходится в обслуживании. Вот, а сюда, не знаю, аккумулятор можно поставить, еще что-то придумать. Посмотрим, что мы придумаем сюда. Так, торговец, ну, пожалуйста, привези мне патент на робота-шахтера, а? Ну-ка. Нет, к сожалению. Он привез робота-шахтера, но он стоит 160, а у нас 400. Я коплю деньги на то, чтобы... Ну, сколько он стоит? 232... Но это отдай толку с того. Нет, все-таки давайте мы... Давайте все же мы попытаемся дождаться. Так, вот я немножко продам пластика, продам медикаментов. Да нет же. Вот, 55, 55, все. Появился металл, снова-таки у нас с этой панели. И вот он пластик, да, вот сюда теперь сносят в этот склад. Здесь у нас будет склад под продукты, а здесь больше под такие вот пластик и металл. Окей, хорошо. Здесь как не было в спортзале, никого так и нет до сих пор. Ну, не любят наши спорт. А есть ли кто-нибудь в пивбаре? Тоже, кстати, смотрите, да? Пивбар не в чести, но, правда, и столовой нету. Людей-то мало. Это так, немножко на будущее у нас с вами будет. Это центр такой вот базы. Потому что еще и сюда будем развиваться, и сюда будем развиваться. Там человек, наверное, до сотни, я думаю, что вот как раз вот это вот будет служить нашим центром. А потом нужно будет еще одну столовку думать где-то. Притулить ее. Но это будет потом все. Так, хорошо. Нам нужен еще один био, вот этот вот дорм, то бишь теплица. Давайте смотреть. У нас биодом вот такой, да? И мы можем вот такой вот огромный поставить. Ну, почти самый большой. Так, почти, потому что у нас... Так, нет. Я хотел посмотреть. Фарм, дом, патент. Вот, у меня его тоже нету, этого патента. Но я думаю, что вот такого вот почти огромного хватит нам. Почти самого большого. Так, где? Вот. Вот как-то так. Если мы его поставим, и рабочие дойдут сюда, и тут же вот ресурсы, и склад у нас рядом. Или мы можем где-то сюда тоже. Как вариант. Тоже неплохо. Да, мне так даже больше нравится. Вот, и соединяем его вот так вот, да? Зашел, вышел, туда-сюда. Вот, а здесь тогда мы переключимся полностью на производство медицинских
препаратов. Вот здесь у нас лаборатория, побольше поставим стоек, побольше будет у нас врачей. Ну и, собственно говоря, вот у нас медицинская часть такая вот будет. А здесь еда. Просто-напросто еда. Так, ну что же, здорово. Ожидаем строительства. И у нас проблема. Хьюстон, проблема. У нас очередь. Я как раз думал, что нужно ставить вот эту вот шлюз, эрлок этот. Смотрите. Да давай же, заходи, что ж ты, куда ж ты едешь? Ну ты же видишь, что творится, а? Не, ну вы только на него посмотрите. Я же сделал алерт. Тревогу. Хотя бы не умер. Робот заехал первый. Человек пускай это подождет, да? Обождет там на улице. Красота. Так, ну ладно. Ладно, они зашли. И их сейчас будут лечить. У нас есть медикаменты 4. Нормально. Вот предупреждали же вчера, да? Говорили же, что будет у нас солнечная вспышка. Не поверил я. Все буквально тут уже. Все принесли. Вот как раз этот робот и ехал строить этот биодом. Все, да, закончилось. Так, где она? Вот она. Один. Один медикамент остался. Так, хорошо. Хорошо, у нас теперь, вот теперь уже все готово для того, чтобы принимать еще колонистов. Даже если мы с вами не построим вот этот дорм, спальню, то ничего страшного не произойдет. Сразу же все не идут спать. Постепенно. Постепенно у нас они отдыхают. Так, сразу же ставим, что нам нужно. Я предлагаю поставить всего и понемножку. Начнем. Так, стойка томаты, стойка салаты, дальше стойка у нас лучок, следующая редис. Наконец-таки у нас появились шампиньоны. Давно, да вообще не было у нас тут их. Вот, ну и понятное дело, что вот здесь вот стойки. Я пока запланирую, может быть, пластика не хватит, но самое главное, что план есть такой. Разных продуктов, чтобы у наших колонистов даже мысли не было о том, что какой-нибудь авитаминоз. Вот, все, здорово. Хотя маловато, да, вот как-то. Все равно маловато. Тут бы еще одну сюда вот поставить какую-нибудь. Вот, ну и понятное дело, что сейчас биологи не будут справляться, потому что слишком много работы. Поэтому мы с вами кое-что отсюда убираем. Что тут у нас такое? Вот это можем убрать смело. Это то же самое. 33, ладно. 28. Ну, она быстро, пускай будет. 16 убираем. 68 пускай будет. Так, дальше что тут у нас? Помидорчики. Лучок. Ну, вот это вот пускай все дозревает. И ставим потом мы эти стойки с растениями. Что мы привезли? Ничего, патенты не возят вообще, в упор.
А мне и продать-то нечего особо. Извини, друг. Ну, нечего. Вот действительно нечего. Так, окей. Мы говорили о том, что будем принимать сейчас колонистов, да? Смотрим, что у нас. Worker, Biologist, Engineer. Всех по 30. Сейчас у нас 33, 26, 30, 10. Окей. Мы будем принимать биологов. И, наверное, будем также принимать медиков. Вот работники нам пока что не нужны. Примерно вот такой вот расклад. Вот, ну что же, друзья, встретимся, наверное, в следующей части и продолжим развитие нашей базы. У нас сегодня получилась такая серьезная перестройка этой базы. Но нужно было подготовиться к будущему наплыву колонистов. Я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.